Поздравления со Старым Новым Годом от общественников получили воспитанники Химкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Каждому ребенку вручили индивидуальный подарок. Помимо этого, игровые наборы презентовали в общее пользование. В течение месяца помощь в сборе подарков оказывали жители города. Удивительно, сколько неравнодушных, позитивно мыслящих и отзывчивых людей живет на территории городского округа Химки. Я хочу сказать огромное спасибо всем химчанам, землякам, неравнодушным людям, которые присоединились к благотворительной акции «Стань Дед Морозом» для детей из детских домов. Также для воспитанников организовали шоу мыльных пузырей. Поздравил ребят и главный символ праздника Дед Мороз. Будет полезно как раз ознакомиться им, что такое за традиции у нас Старый Новый Год. Потому что они наверняка этого не знают. Вот мы немножко познакомим. Помимо этого, перед Новым Годом подарки от общественников получили дети Юго-Востока Украины.